Пожар удалось локализовать быстро. На тушение прибыло 7 подразделений участка Анапского гарнизона МЧС. Локализовано было очень быстро. Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Спасено большая часть здания. На данный момент работает группа ЭПЛ с Краснодара. По прибытию на место установлено, что возгорание произошло с тыльной стороны здания. Причина пожара устанавливается, материальный ущерб также устанавливается. Пострадавших и погибших на пожаре нет.